Мир вам и вашему дому, дорогие братья, дорогие сестры, дорогие мои подписчики. Долгое время у нас не было на канале ролики. И причина этому, то что я перестал. И слава Аллаху, то что больше не работаю в такси. Это первый новость для вас. И второй, то, что чуточку замолил. А так, уже работаю в лесу, фуру вожу, лес вожу, в манипуляторе работаю. И потихоньку продвигаемся вперед. И будем продвигать вперед свое маленькое хозяйство. В дальнейшем, в следующий раз, я вам покажу цыплята, которые... Мы купили и еще там в инкубаторе включили. Там в инкубаторе тоже вылупился. И мы все вместе поставили, и они выросли. Вот некоторые гуляют здесь. Они уже повзрослели. А сегодня у нас в планах то, что в течение дня или двух дней открыть ворота вот этого сарайчика, чтобы на зиму здесь у нас жили козы и барашки. Поэтому наш ролик сегодня будет маленький по времени. И вот сейчас мы будем косить вот все этого. И будем открывать дверь в эту сарай. Потому что в этот сарай давно ни один живец не живет. Все они живут там наверху. Но в этом году решили то, что зимой будут они жить в этом сарае. Всего доброго вам.